Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить мясные шарики в слоеном тесте. Мясные шарики готовятся из доступных продуктов и очень легко. Поехали! Итак, для начала измельчим 2 зубчика чеснока и 1 луковицу. Для удобности разрежем на 4 части. Измельчаем. Теперь в фарш добавляем соль и другие специи. Я взяла специи для курицы, черный перец и мои любимые прованские травы. Сюда вливаем остальное. Еще раз все хорошенько перемешаю. Теперь будем формировать наши шарики. Посыпаем тарелку мукой. Из фарша катаем шарики с величиной с куриное яйцо. Время раскатать слоеное тесто. Посыпаем тесто мукой. Немного разровняем муку на тесте. И начинаем раскатывать. Раскатала тесто толщиной 3 мм, а теперь вырезаю полосочки шириной в 7 мм. Я вырезала вот такие ленточки, похожие на мои косички. А теперь ими я буду обертывать свои мясные шарики. Обматываем шарик тестом вот таким образом. Берем еще одну ленточку и плотно обматываем. Вот такой шарик получился. Кладем его к остальным. Вырезаем из теста цветочки. Это чтобы украсить наши клубочки. Шарики сформированы, теперь будем их украшать. Для украшения из теста я вырезала вот такие цветочки. Сделала я это вот таким плунжером. Сейчас мы приготовим смазку, обмажем наши шарики и приклеим на них эти цветочки. Вот. Для смазки я буду использовать молоко с яйцом. В яйцо я вливаю молочко. Этого достаточно. И замешаю вилкой. Теперь
Теперь на наши шарики положим цветочки. Цветочки тоже обмажем желтком для того, чтобы они были блестящими и симпатичными. Всю эту красоту посыпаем кунжутом. Кунжут придаст шарикам пикантность. Шарики отправляются в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов. Друзья, мясные шарики в слоеном тесте готовы! Вот так я оформила тарелку, где они находятся. Я их оформила зеленью и помидорами черри. Они получились очень красивыми, румяными. А теперь давайте посмотрим, что внутри. Возьмем один шарик и разрежем. Смотрите, какая красота! Готовьте такую красоту и наслаждайтесь вкусом! Приятного аппетита вам и мне! Увидимся в следующих видео! Всем пока!